18 января 2015 года, без 5:05 после полудня. Окраины Горловки. Подразделение Птобатор. Е-2-2. Жесткая напряженная обстановка. Стреляют отовсюду. Стреляют везде, стреляем мы. Сейчас будем немножко с миномета долбить. Подбитая газовая труба танком. Как-то так. Где? Воистину Акбар. А вот там ни хрена не видно, блядь. Пидорасов флаг на терриконе стоит. Но ему недолго стоять. Скоро мы его ёбнем. И их тоже. Вот так, дорогие друзья, геноцид настолько страшный, что даже сортиры взрывают. Блять. Да то вроде как с нашей стороны. Горловку собрались нахуй. Тут бы Горловку-то отстоять. Отстоим. Сегодня ночью идти на Горловку. Вот так, дорогие друзья, блядь, и потомки. Если выживем, будет клево. За аэропорт, говорят. Ну, мол, как... Мы забрали аэропорт, как мы его забрём. Заебутся, блядь. Охуевший. Заберут Горловку. Дед, у тебя заберут Горловку. Какую? Молоко не возьму. Это информация подал, что вы дебуль, мы там собрались ограды, я там потерял. А у меня, блядь, сядь только, что оттуда въехал, мы что я там не крадали. Херась. Так, дальше нам нельзя снимать. Поехали. Мина!